Так, привет, я Даша, я еду с дня рождения и хочу тебе рассказать моего брата, двоюродного. Я хочу тебе рассказать, как у нас празднуются в семье такие вещи. Мы приезжаем, нам ставят всегда окрошку, вареную жареную курицу там с пюре и торт. И мы потом, как пиявки, все сидим и пошевелиться не можем. Потому что в семье у нас принято гостей до пупения кормить, чуть ли не силой впихивать. У нас до сих пор легенда ходит о няне, так я тетю свою родную называю. Когда Артем, ну мой брат, у которого сегодня день рождения, то есть она была в пятницу, но мы ездили сегодня. Когда он не хотел съесть блинчик, няня ему: съешь блинчик. Да не хочу этого блинчика. И открыл рот, что-то нам сказать, и шутку какую-то, по-моему, рассказать. Она ему хоп в рот. Поэтому не надоедаться у нас в семье на праздниках не получается. Мы на праздниках никогда не пьем алкоголя никакого. Мы приезжаем, садимся за стол, едим, разговариваем, смотрим телевизор. Да, признаюсь, в таком грехе. Я бы пришла как-то беседуем, и, собственно, мы едем сейчас, день рождения брата, няня, как всегда, в нас впихнула кучу еды. Очень-очень много еды. То, что не впихнула, я еле-еле дышу. Еле-еле дышу, потом мы когда еще пока уходили, пока собирались, она умудрилась запихать кучу еды с собой, нам впихнуть, и с мира выставилась: ответьте, езжайте. Главное, ну, короче, как у нас празднуются праздники? Самый главный принцип. До пупения накормить гостей. У меня мама хоть и сидит, у меня никогда в гостях на празднике, да, и ворчит на нее: ну что ты все у нас поешь, прям до самого пуза. Няня-то со своей семьей, когда к нам приезжает, мама точно так же все делает. Так что это был мой блог о том, как мы проводим семейные праздники, хотя сам-то праздники я тебе не показал, потому что там ничего не особенного, мы просто сидим, едим и разговариваем. Ну все, пока, здоровья тебе, счастливо.